Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Stitch, мы с вами продолжаем проходить Resident Evil 4. Хотели мы с вами в прошлой серии съездить сюда, но что-то как-то потом передумали. И что-то как-то я даже не знаю, что нас там с вами ждет. Там ждет какое-то сокровище. Мы можем с вами, в принципе, вернуться туда, ну, либо глянуть, что здесь. Так, и мы еще и одни туда поехали. О, блин, я не знаю. Я, если честно, даже не хочу как-то туда идти. Если там очень много тратить патронов и оружия, нафиг это надо? Что там за такое нахрен? Охеренное сокровище, может быть. Ага. Сундук. Тут сундук. О-о-о. Нет, нафиг. Нафиг надо. Я не думаю, что там что-то такое прям серьезное лежит. Тем более, блин, тратить свои патроны как-то все вот это дело. Мне не очень охота. Если это что. Если это что-то такое необходимое вещь, то, конечно, да. Мы вернемся сюда обязательно и это сделаем. Но если нет, то рациональнее будет пойти дальше по сюжету. Я уж не сомневаюсь, что большинство из вас были там, не знаю, что там. Ну, вы мне можете напомнить, что там будет сокровище, написать в комментариях. Кстати, будет неинтересно будет узнать. Ну, давайте проверим сразу вот эти две. Так, в одной патроны, во второй. Немаловажное сокровище. Открыли дверь. Так, и попадаем. Попадаем с вами вот сюда. В этой штуке, да, где находится эта картина, где не хватает этой части. Тут, кстати, тоже похоже опять. Там придется с вами ехать на вот этой вот вагончике. Тут будет сохранение, это еще что-то. Кстати, тут уже, смотрите, уже рядышком Салазар будет. Приближаемся мы к этому моменту, мать вашего, ну что ты будешь делать, а? С одной стороны, знаете, классная игра, с другой, так я ссыла всего этого профессионала. Ой, просто, по-моему, не знаю, не по себе становится, скомбинируем этого чувака. А он, кстати, не хочет комбинировать почему-то. А, ну все правильно, он же вот так вставляет, что я торможу. Так, еще не хватает части. А нам все-таки придется вернуться, смотрите. Придется вернуться. Зря я так радовался. Зря радовался. Придется идти за этим сокровищем. Вот так вот, а я-то тут уже губы раскатал. Думаю, дай-ка я, блин, не пойду туда и тут все так сделаю. По-легкому. Ничего не знают, ничего не получится. Придется возвращаться. И там долбить их всех на снайперку там будет брать. Вот так вот. Ладно, Эшли, стой на месте. Мы поехали. Но обещаем вернуться. В скором времени. Какая штука интересна, повозка, а? И если бы не было бы так много тут. Давайте осмотримся. Кстати, этот чувак едет, если я не ошибаюсь. У нас что, всего два патрона, что ли? Так, а что, он скрылся? Тут еще кто-то стоит. Я хочу его убить. Блин, тут ничего не происходит.
какие тут механизмы, я вообще не понимаю. Кстати, кстати, смотри. По-видимому, там тоже стоит этот чего-чего. Нет. Нет, тут нет никого. Ладно, я беру в руки дробовик. Мы сами бежим. Бежим на всех парах. Тут ничего такого нет. Эти шотка какая-то, мать, а? Мать его за ногу. Ух ты! Тихо, тихо. Прятались. Этих чуваков как-то надо, кстати, убить. Потому что они тут стоят, а он жарит нас с вами. Самым натуральным образом он пытается нас спалить. А, тут. Тут надо ждать, пока откроется вот эта дверь. Потом с вами сможем сюда запрыгнуть. Ты смотри, а что творит? Ты смотри, что творит. Ну-ка, прыгай, 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 прыгай. Да что такое, Леон? Почему ты не прыгнул, я не понял. Да пошли его нахрен, мудаки. Оу! Еще одна по центру. Или где она стоит? Угу. Возьмем пистолет тогда, что ли? Кстати, он... Почему он его не жарит, а? Ух ты! Кушаем травку. Кушаем травку, комбинируем. Как бы нам бы не хотелось бы выжить бы тут. Отлично. Отъехал. Чувак. Это пол беды. Если будете и бесконечно, это нехорошо. Я вот что отвечу вам. Это очень даже нехорошо, уважаемый. Так делать нельзя. Как-то надо убивать. Бежим сюда, но... И чё? Стоит эта херь у нас с вами. Она палит нас. Она палит нас. Самым... На, образом таким. Сволочи, а. Смотри, спалили нас. Суки. Да еще и умерли до кучи. Чё, надо как-то с ними расправиться, непонятно. Убить, я думаю, надо этих сволочей как-то. Со снайперки бы попасть бы вот в этого. Один готов. И выпал он у нас сразу с вами, смотрите. Можно пока вообще не бежать, тут попробовать встать сбоку и убить его нафиг.
еще один готов. Отпало. Ну вот с этого и надо было начинать. Ниточки тысяч пять, я думаю, будет. Да, пятерка, просто замечательно. Сейчас хотя бабла, может, поднимем еще тут немножечко. Остается один, смотрите, остается у нас с вами один. Сейчас возьмем дробовик, там остается центровой, надо как-то будет нам с вами от него избавляться. Сука ты, а. Да идите нахер, а, в жопу. Я не хочу из-за вас тут умереть, блин. Еще одна. Вон он сидит там, блин. Что, безобразие. Сейчас съем аптечку, чтобы, не дай бог, блин, не проиграть тут. Одного зацепило, второго тоже. Вопрос в том, как сделать так, что они тут бесконечно на сами летят. Смотрите, он успевает только падать, вашу мать, а? Мне возможно, что может быть как-то можно будет убить, я не знаю, как вы думаете. Так, а она тоже перемещается, по-видимому, нет? Гасим, 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 гасим. Да все, конечно, прекрасно понимаю, но где эта херь? Ух, как с ним справиться? Не знаю, давайте обратно что ли выйдем. А, я немножко тут, конечно, подтупливаю, блин. Сразу запускается, да? Твою мать, а? Я, если честно, вообще не понимаю, что надо сделать. А, хотя у нас, знаете же, там сам метод есть, вот эти. Попали. Тут же сундучок еще у нас остался с вами. Сука. Да что такое, а? Как убить эту херь? Вот это непонятно. Так, вот эту надо, кстати, попадать сразу же. А, знаете, что я думаю? Вполне возможно, что надо попасть вот эти, да, херовины, которые тут есть. Точно. Я думаю, что да, что-то я туплю. Надо же нам попасть в эти штуки с вами. Как их называют-то? Цепи. Цепи. Вот. Вот что нам надо сделать с вами, дорогие друзья. Еще
еще один готов. Сейчас возьмем дробовичок. Ну, потом мы соберем, я думаю, все вот эти плюшки, которые нам сами тут подкидывают. Сейчас надо с вами... Да что ты будешь делать, а? Так, я его тут чуть, короче, не пропустил, так скажем. Он тут неплохо жгет, если он попадать по ним. Сволочь. Возьмем пулемет. Отлично. Свалился нахрен. Сгорел на работе. Сокровище, сокровище наше. Кстати, убежать сначала от этих чебуреков, которые тут остались. Трое штук. Последняя частичка, она наша. Так. Льва, льва. Тут остается частичка льва. Он говорит. Блин, вы знаете, если честно, я-то рассчитывал на то, что нам сюда не придется идти. Но, видимо, ошибся. Так, ты лежи. Если тебя убьешь, тут еще больше полезет. Набираем. Давай, 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 блин. Да что такое, а? Надо успевать. Что я вам скажу? Кстати, две еще тут должно быть где-то. Два сокровища. И еще одно. Где еще сокровище? Угу. Пошел, а ну давай, иди, иди, родненький. Чё-то я не, короче, не понял, осталось ли тут еще где-то сокровище или нет. Я взял одно, там второе. Блин, да господи, да бог с ними, а. Этими сокровищами. Главное, что тут нашли часть эту очередную. Ну вот, видишь, если не прошло, и, блин, не знаю, там скольки минут. Мы тут по-быстренькому все сделали. Давайте сохранимся. Да, надо было просто понять механику на самом деле, чтобы как-то пройти туда так по-быстренькому. Ну, когда разобрались, в принципе, у нас сразу все с вами получилось. Не то, не то нажал. Да, выйти, выйти хочу, выйти хочу. Не хочу сохранять. Погнали. Не забывайте, дорогие друзья, подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ну, оставлять свои комментарии, ну, ставить палец вверх. Последнюю частичку нашли. Я помню, что там еще что-то будет такое интересное. Впереди до этого Салазара там будет... Такая херь здоровая, типа какой-то штуки, я уж не помню. Это будет вот за этой стеной. Так, отлично. Путь открыт. Смотрим, что у нас с вами осталось.
Да, жаль, вот это сокровище мы сами справа не взяли, блин. Хотя могли, могли. Только что-то там так быстро бегали, что как-то от этих рыцарей еще даже расхотелось его брать. Тут, наверное, ничего такого нету. Ладно, заходим. Ух ты, свежий воздух. Или не свежий, не знаю. В представительском классе, наверное, поедем. Такая модная. Вагонетка такая, или, да, доспеха. Ну, такая смешная. Можно только посмеяться. И такая скромняга в доспехах. Хоть стой, хоть падай, блин. Какой тут пол модный, а? Ты смотри. Блестит весь, отражается. Ну что, выйдем с вами сюда. Тут должен быть где-то у нас с вами. Смотрим, что тут есть. Кстати, помню тоже это место. Вот эта дверь. Музыка приятненькая, музыка, да. Музыка, кстати, существенно отличается. Если даже взять ту же самую вторую или третью часть, там вообще музыка даже совсем другая была при сохранении. Тут вот, ну, как это, конечно, не такая музыка, потому что основная эта музыка, мелодия, это печатной машинки, а вот просто он в основном находится рядом с ней, и как бы это такая двойная музыка получается. Сохранение сделал, уже 44 раза сохранялись. Ну, мы тут не гонимся за какие-нибудь рейтинги. Мне кажется, тут тоже какие-то рейтинги есть. Да, блин, опять не тут кнопку. Что такое? Да, выйти. Выйти. Мы с вами дойдем вот до сюда. Какие-то тут свои мерзкие картины нарисованы. Взять. Возьмем желтый. Это что такое? Так, это у нас с вами... типа алмазика какого-то. Лев. Тут тупик. Давайте возьмем дробовик. Дробовик выручает нас на все случаи жизни, блин, так скажем. Ух ты! Так, давай-ка жди. Тут, если я не ошибаюсь, надо как-то комбинации кнопок каких-то нажимать будет. Один рассыпался. Дойдем, нет? Как думаете? Еще один. Но это не все, я думаю. Сейчас дойдем, возьмем потом обратно. Сколько их будет? Follow me. Что это такое, а? Ты смотри, а я вообще не понимаю, что это тут. Вот это вообще не помню. Не помню, честно скажу. Если мы возьмем, тут нам беда, мне кажется, будет какая-то. Это патроны. Мне кажется, тут будет беда или еще что-то произойдет. Трава есть. Закроется, наверное, дверь, и нам будет хана с вами. Ну ладно, у нас с вами есть сохранение. Ага. Ох, твою ж налево, а. Налево, бляха-муха. Ну-ка давайте нахер сожжем вас. Куски говна. Кстати, мне кажется, это как-то не подействует на вас.
Ну, так, скомбинируем с красненьким. Я думаю. Нахрен бы она нам тогда нужна была. Попробуем кинуть. Ох ты, мимо, мимо. Потратил, как же обидно. Судья. Ух ты. Вот так вот. Угу. Сходили, значит, попробовали туда, просрали благополучно. Как бы и смысл какой туда идти. Ну, сокровище, мне кажется, это какое-то необходимое какое-то действие, может быть. Если бы у нас была бы граната, бы, знаете, я бы, может быть, бы еще бы пошел. Давайте попробуем. Кстати, посмотреть, есть у него еще спрейчики в наличии. У чувака-то у нашего. Окна открыты. Я думаю, тут прохладно в этом замке. Наверное, такая прохлада стоит жесткая. Покажи, что у тебя есть. Так, смотрим. Смотрим, аптечки нету, к сожалению. Тогда что еще, какие-то дверьки у нас с вами остались? Вот там двери, мне кажется, там, знаете, как какая-то типа тюрьма, что ли, это будет. Нет, может, я ошибаюсь. Что-то припоминаю, но. Так, стой. Не то. А, можно двигать. Куда только их двигать? Может, тупо просто пододвинуть и все. И на другие мы встанем. Но если это так, то тут загадка-то, конечно, элементарная. Для детей. Follow me. Wait. Follow me. Все, стой. Wait. Отлично. Догадались. Все, все двери открылись, кстати. Тут как какое-то, знаете, такое замкнутое пространство, тупо пройти. Ух ты, привет. Малыш. Let's see if you can survive this time. Твою ж налево, а. Убежал, ты смотри. Кстати, это надо вот. Если я не ошибаюсь, да, вот в эти штуки бить наверх. Справились, а я первый раз, кстати, если я не ошибаюсь, я тут проигрывал. Вот, поначалу-то непоняточки такие получаются. Чё, куда бежать, как? Вот этот засранец мелкий опять от нас убежал. Нет тут сокровищ никаких. Нет, нет, а чё он тут один-то делал? Где у него прислуги-то и очень, а? Так. Какая-то кровь, что ли? Никого нету, как мне кажется. Опа, кстати, надо. Снайперки у нас нету, снайперки патронов, или все-таки есть два патрона.
Бляха-муха, ну как тут попасть-то в них, а? Нет, все-таки нету. Почему-то думал, что это от них патроны. Чуть-чуть не убила. Как нам так повезло? Не смотрите, обратите внимание. Тут, кстати, вот они лежали. Три патрона снайперских. Да, можно было, конечно, тут посмотреть и сразу же все сделать. Ну вот с этими, знаете, блин, дровосеками, с тремя, и с ними, походу, придется все-таки биться. А так неохота, а? Может быть и нет. Я буду надеяться, что нет. Хотя все комнаты уже обошли, вот одна еще вот это осталась. Элегантная шахматная доска. Тоже, наверное, за большие деньги можем продать. Королевский какой-то бокал или кто это? Что это такое? Не знаю. Я хочу посмотреть. Может быть, можно, кстати, опять соединить что-нибудь тут. А, так это, смотрите, это, кстати, какой-то ключ даже. Комбинировать шахматную доску ни с чем нельзя. Давайте попробуем вот эту штуку. Нет. Так, это ключ. А там, кстати, тоже получается ключ. Поэтому нам придется туда идти, хочем мы этого или нет. Вот такие вот дела. Мы, кстати, сейчас можем выйти с вами и посмотреть еще вот эту дверь. Потому что там написано сокровище. Твою ж налево, а. Ты посмотри, сколько их. Занимаемся мы с вами воровством. Как это по-другому называть? Значит, кто-то тут это устанавливал. Но они им нахер не нужны. Так что я думаю, они не обидятся на нас. Мы с вами заберем все эти штуки себе. Ну вот, ну да, видите, нам надо с вами две штуки. Нам нужна королева. Ну, сейчас мы с вами ставим королевский этот бокал, или как это назвать, не знаю. Ну вот королю тоже не хватает, кстати. У нас ничего нет. Печалька. Придется все-таки биться. А вот в окошко ничего не делает. Никакого действия нету. Блин, можно с РПГ, конечно, зарядить в них. Сэкономим кучу всего, но... Впереди нас ждет с вами Салазар, представляете? Это же Салазар, все, тут же босс. Давайте сохранимся. В принципе, мы можем это сделать. Почему бы и нет? Но я думаю, это мы с вами будем думать уже в следующей серии. Давайте запишемся. В следующей части начнем мы с вами долбить этого мальчика, который превратится в немаленькую херь, да? Ну и разберемся. Я думаю, справимся. Поэтому, дорогие друзья, давайте на этом завершим. Вам большое спасибо за внимание, за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии. Ну и ставьте палец вверх. Вам большое спасибо за внимание. Ну, с вами был Стич. Всем пока.